Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Ирина. Вот веду я свой канал и подумала, а о себе-то я вам ничего не рассказываю, так что решила в этом видео рассказать 50 фактов о себе. Так что не будем долго болтать и уже приступим. И первый вопрос. Что на мне надето? Летний сарафан с бифри. Был ли ты влюблен? Да, я до сих пор влюблена. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Нет. Твой рост? Мой рост 1,64 м. Твой вес 58 килограмм. Есть ли у тебя татуировки? Да, у меня есть татуировки. Есть ли пирсинг? Нет, пирсинга у меня нету. Моя любимая звездная пара? Наверное, на данный момент ее нету. Мой любимый сериал? Ой, у меня их много, но, наверное, последнее, что я смотрю, это «Стрела». Так что на данный момент мой любимый сериал «Стрела». Моя любимая группа? Нет, у меня нет любимой группы. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? Я скучаю по своему мужу, так как он у меня сейчас спит после работы, а я снимаю для вас это видео. Моя любимая песня? Ну, на данный момент, наверное, Полина Гагарина «Танцуй со мной». Не знаю, почему-то она мне сейчас очень нравится, слушаю ее чаще всего. Сколько лет? Мне 25. Знак зодиака я стрелец. Черты характера, которые ты ищешь в людях? Добрые, отзывчивые и обязательно с чувством юмора. Любимая фраза? Ух, наверное, живи сегодняшним днем. Если можно считать ее за фразу. Любимый актер? Ну, тут, наверное, тяжело будет, потому что мне нравится очень много. Но давайте пусть будет Уилл Смит. Любимый цвет? Зеленый. Громкая или тихая музыка? Громкая. Куда ты идешь, когда тебе грустно? Просто иду на улицу, гуляю, не обязательно с музыкой, могу просто идти в тишине. Вода, люблю смотреть на воду, очень люблю, это прям самое мое любимое, наверное. Как долго ты принимаешь душ? Долго, я скажу, долго. Как долго ты собираешься по утрам? Слушайте, ну это зависит от ситуации. Конечно, если я куда-то опаздываю, либо мне на работу, то я собираюсь полчаса. Это полностью все вместе, с завтраком, с одеванием, с макияжем, прической. А если у меня есть много времени, то я могу собираться и до 2 часов. Ты когда-нибудь дрался? Да, я дралась с девчонкой. Что привлекает в людях? Да все, каждый человек это индивидуум, и нужно искать в нем изюминку и наслаждаться таким, какой он есть. Что не нравится в людях? Жадность, наверное, не нравится. Да. Твои страхи? Ух, темнота, насекомые, высота, ну и все, наверное. Последняя вещь, заставившая тебя плакать. Это видео. Даже не то, чтобы видео, а я снимаю видео при естественном освещении. И когда на улице пасмурная погода, картинка получается очень темная. У меня тут была недавно по этому поводу прям такая хорошая истерика. Так что видео меня доводит иногда до истерика. Вот так вот. Последний раз, когда ты говорила, что любишь? Последний раз, когда я говорила, что я люблю, это, наверное, было все-таки вчера. Я точно не помню, потому что говорю это очень часто. Последняя прочитанная книга. Это «Марсианин». Книгу, которую читаешь сейчас. Сейчас я не читаю никакую книгу, у меня просто нет времени. Последний сериал, который смотрела. Сейчас я смотрю «Стрелу», как я вам говорила, а до этого я смотрела «Флэша». Отношения между тобой и человеком, с которым переписывался в последний раз. Это был мой муж, и очень хорошие у нас отношения. Любимая еда? Вся. Я люблю все, но, наверное, больше всего люблю рисик. Рис я готова есть просто тоннами. Место, которое я хочу посетить? Италию. Последнее место, где я была, это же была Белоруссия. Именно Минск. Я ездила к родственникам в гости. По кому сходишь с ума? По мужу. Когда последний раз целовалась? Вчера в 10 часов, когда провожала мужа на работу. Когда последний раз оскорбляли? Не знаю, не помню. Любимая сладость? Ох, тяжело выбрать, но, наверное, больше что-то пирожное, наверное, какое-то, да, пирожное. На каких инструментах играешь? Фортепиано. Любимые украшения? Слушайте, это тяжело, потому что вообще я люблю украшения, все это, но я не люблю это носить, потому что меня это всегда угнетает как-то. Наверное, больше всего я люблю серьги.
последняя песня, которую пел. Так, Полина Гагарина, «Танцуй со мной», я ее часто напеваю. Последний раз, когда ты с кем-то оттягивался. А, последний раз я оттягивалась с родителями на день рождения. У меня же у папы недавно день рождения было. Вот, вспомнила. Любимый напиток — это у меня, наверное, лимонад, кола, либо пепси. Чай или кофе? Чай. Зеленый особенно люблю. Ты расист? Нет, я не расист. На что ты больше всего тратишь времени? На макияж. И последний вопрос. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать визажистом. Хорошим только визажистом. Хочу, чтобы мой канал развивался. Ну вот и все. На сегодня, я думаю, достаточно. Если у вас есть какие-то еще вопросы ко мне, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о том, что на моем канале появилось новое видео. Всех целую, обнимаю, пока!